Здравствуйте, любители птиц и сочувствующие. Что сегодня творилось на кормушке, это не передать словами. Это только смотреть и слушать их голоса. Ну, во-первых, середина весны. Я думал, они уже не возвратятся, потому что как только снег растаял, кормушки стояли пустые. Но наступило похолодание, посыпал снежок, и вот они все здесь. И не только синицы, но даже эксклюзивные снегири, щеглы. Дятел заглянул. А самое интересное, кого я увидел, это зяблики, которые неожиданно появились на кормушке, хотя их никогда не было. Скорее всего, они подумали, что здесь наступила весна и можно смело прилетать в Сибирь. А не тут-то было. Начались морозы, кушать захотелось, и вот они стали клиентами моей кормушки. Но, впрочем, не буду долго вам рассказывать. Смотрите сами, наслаждайтесь, слушайте звуки природы. А с вами, как обычно, я, Дед Кангар. Ой, извините, забыл про этого красавца, поползня. Его тоже не было всю зиму на кормушке, и вот он здесь.
Пш-пш.